Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин, и сегодня наша лекция «Нижние конечности». Минуточку внимания вашего. Итак, данный меридиан начинается у большого пальца стопы и контролирует стопу, пальцы стопы, контролирует внутреннюю лодыжку, шейку стопы, внутреннюю голень, икроножную мышцу, внутренний коленный сустав, а также тазобедренную область и все, что нижние конечности. И если у человека есть слабость, вялость, болезни, заболевания, боли в нижних конечностях, а именно в коленном суставе проявляются боли, в голеностопном суставе проявляются боли, частые вывихи лодыжки, ушибы коленного сустава, травмы, икроножные мышцы болят, судороги, также болят пальцы, сводят на нижних конечностях, то необходимо обратить внимание на меридиан печени через точку F2. Данный меридиан, чтобы профилактически стимулировать, оказывать на него внимание во избежание всеразличных болей и заболеваний, тех, которые вы только что услышали в данном видео. Так что не ленитесь, если у вас болят ноги, занимайтесь этой точкой. Она вам ответит взаимностью. Спасибо за внимание.